В областном институте последипломного педагогического образования стартовал очный этап всеукраинского конкурса «Учитель года-2013». Его цель – повышение престижа профессии педагога, популяризация опыта, привлечение внимания органов власти к проблемам образования. С каждым годом количество желающих принять участие в конкурсе растет. На этот раз в городских районных этапах участвовали более 270 педагогов. К областному отобрали 69. Большая их часть – представители сельских школ. Конкурс проходит в два этапа. Сегодня стартовал второй очный. Среди его финалистов 15 учителей. Сам по себе отбор на уровне районов, отдельных школ и теперь вот уже на областном уровне в самом институте, он позволяет проявить себя учителю, показать свои профессиональные способности, навыки и умения и, естественно, претендовать на четвертый высший национальный уровень, что позволяет уже претендовать на звание, скажем, заслуженного, если человек получает первое место. В этом году конкурс проводится в 5 номинациях: информатика, физика, музыкальное искусство, французский язык. И впервые, как говорят организаторы, в конкурсе принимают участие учителя русского языка. К слову, они к педагогическим соревнованиям подготовились по-особенному. Среди других участников их отличали необычные наряды. Очный тур продлится 3 дня. Учителя примут участие в тренингах и тестировании, деловых играх, проведут открытые уроки в школах Запорожья. Итоги конкурса будут подведены в марте.